Девочки, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал в новое видео. Сегодня у нас с вами Массимо Дутти, наконец-то шопинг-влог. Посмотрим с вами верхнюю коллекцию. Я хочу посмотреть верхнюю одежду в основном. Но, конечно, посмотрим с вами обувь, сумки. Если найдем что-то интересное, обязательно вам покажу. Но акцент у нас на куртки, какие-то пальто. В общем, все, что мы можем носить с вами глубокой осенью. Начинаю этот влог. Вот я уже оделась и буквально сейчас выхожу. Оставайтесь обязательно со мной. Буду рада, если поддержите меня лайком, комментарием обязательно. Если вы впервые зашли ко мне, конечно, я буду очень признательна, если вы тоже оформите подписку. Ну что, как обычно, поехали! Ну что, я уже в городе, погода классная, иду для вас снимать Массимо Дутти, у нас солнышко, я собралась снимать верхнюю одежду. Нет, наверное, все-таки так лучше. Так что сейчас с вами дойдем и поснимаем. Tattoo on my mind, body in my bed. If you stay the night, don't get in your head. Riding through the stars. Так, девочки, я сниму здесь, вышла из примерочной. Вот такая укороченная кожаная куртка, достаточно плотная. Очень модно сейчас вот эта оторочка из велюра. Да? Вы знаете, что такие есть, и не только кожные куртки. Здесь накладные кармашки, она идет на подкладке. Достаточно такая, знаете, тяжелая курточка. И такой красивый темно-коричневый цвет. Красивый темно-коричневый цвет, накладные кармашки. Я так понимаю, она идет немного оверсайз. Стоит где-то около 400 евро, где-то 380. Красивый цвет. Так вот смотрится еще она. В общем, на мне размер М. И видите, она достаточно такая свободная. Вот если можно ее застегнуть, здесь идут и молния, и такие кнопочки. Но мне очень нравится именно вот этот вот велюровый, видите, такой отворот. Длинные рукава, все неплохо. У меня такой сегодня спортивный стиль, красивый цвет. Так, я вам буду показывать, покажу вам все здесь данные этой куртки, да, размер, артикль, тоже можете видеть поближе, саму кожу. Здесь вот этот вот велюровый отворот также идет и на боках, такие накладные карманы. В общем, кто ищет такую курточку, пожалуйста, вот идет размер в размер, в принципе. И примеряю вот такую вот толстовку, да, она немного утепленная. Опять же, видите, цвет хаки. Она немного удлиненная здесь сзади, простроченная. И здесь, что интересно, у нее здесь идет, видите, дополнительный ворот, такой теплый. Вот этот ворот идет дополнительно, вы можете его вот так приспособить, можете вообще убрать. В общем, он идет такой, как шарф, но он идет в комплекте. Здесь идет прострочка, пуговички. Мы потом с вами посмотрим размер, но она достаточно свободная. Видите, с джинсами вот такой вот. Но мне нравится очень этот ворот. Мне кажется, классная такая находка. Причем его можно обыгрывать как хочешь. Его можно по-разному завязывать. Такая стильная вещичка. Не знаю, она как-то вот так тоже его. Как бы обыграть. Вот. Ну, стараюсь вам все показывать. В примерочных очень мало места, поэтому я выхожу. Но тут постоянно ходят работники и нервничают. Сейчас мы посмотрим с вами цену и размер. Красивый цвет, такой практичный. Октябрь, ноябрь нормально будет, классно. Девочки, данные по этому бомберу, да? Размер у меня был L, стоит она 110 евро. Показываю вам код также, если вам интересно. Она немного идет утепленный такой вариантик.
Итак, мне понравилось вот такое синее пальто, длинное. Да, здесь идет такая ткань, немножечко она в полоску. Если вы видите, пальто идет без подкладки. Сейчас мы с вами его примерим, показываю вам все данные. Кстати, пальто стоит 300 евро. Буду примерять в размере М. Недешево, да? Примеряю вот это вот пальто. Видите, оно такое достаточно свободное. Здесь так интересно, здесь в кармане серый шарф. Так мы с вами... А, нет, это длинные перчатки. Я думала, шарфик сейчас мы с вами примерим. Ну вот, вот так выглядит эта пальтишка с джинсами. Наверное, сейчас вам покажу также в удлиненном варианте. Пальто идет однобортное, длинный рукав с манжетом. Красивый такой темно-синий цвет. Девочки, сегодня очень много народу. Наверное, это была ошибка снимать в субботу. Но покажу вам, зато есть все модели. В общем, вот так вот это смотрится. Такое немножечко 80-е тоже, да? Здесь немножко спадающие плечи. Ну, в общем, есть M размер. Я думаю, что прямо так хорошо медиум. Еще раз, без подкладки. Здесь такие простые пуговицы и красивый цвет, и ткань немного-немного так вот идет в рубчик. Ну и давайте с вами посмотрим совсем теплую такую куртку. Совсем уже теплая вот такая куртка, да, пуховик в красивом коричневом цвете. Что у нас здесь? Буду примерять в размере М и стоит 180 евро. Ну, это уже такой более зимний вариант, хотя она идет без капюшона. Хорошо все сшито, красивый такой цвет, знаете, красивый коричневый цвет, не совсем теплый, шоколадка такая. И вот эту шоколадку я примеряю, да, смотрите, сейчас ее застегну, вот так она смотрится, хорошая длина, закрывает бедра, очень такая, знаете, пафи. Единственное, я бы все-таки взяла, наверное, размер L, чтобы она была более такая, знаете, оверсайз. Здесь идут кармашки такого плана. Сейчас я застегну, и вы посмотрите, как она тоже будет смотреться. Но длина классная. Здесь, кстати, есть такие тесемочки. Тут можно затянуть внизу, чтобы не продувало. Это плюс. Ну, вот так вот. Вот так я ее закрыла. Ну, не знаю, в принципе, может и можно M размер, потому что L будет очень большой размер. Девочки, не знаю, пишите, что вы думаете. Вот как по размеру, вроде бы так... Все нормально, да? Но если пододеть толстый свитер... Вообще, верхняя вещь всегда надо брать размер больше, чем вы носите. Кстати, все достаточно хорошо сделано, молния качественно. Не знаю, как вы относитесь к Massimo Dutti, к верхним вещам, тоже пишите. Ну, вот так вот это смотрится. Девочки, тут примеряю следующее пальто. Ну, во-первых, я не люблю черный цвет. Пальто двубортное, и оно мне большое. Я примеряю в размере L, но оно, смотрите, прям очень гигантское. Его надо было брать в размере M, но я не нашла. Опять же, идет без подкладки. Потом я с вами посмотрю состав. 250 евро. Длинный рукав. Опять же, манжеты. Вот так вот это смотрится с джинсами. Ну, мне кажется, что вот такой тип пальто, жакет, пальто-жакет хорошо носить именно без, не закрывая, да, как-то так. Какой-то шарф обязательно серый или бордовый будет красиво, акцент, чтобы его немножечко, знаете, обогатить, потому что очень простая вещь. Кстати, здесь идут такие большие накладные карманы, я не знаю, любите ли вы такие накладные большие карманы. Достаточно длинный рукав. Вот так вот это все смотрится. Сейчас мы с вами посмотрим состав. Но по цене я вам сказала, покажу вам этикетку тоже. Так, я покажу вам размер L, 250 евро. Также артикль, если вам интересно. Сейчас посмотрим с вами состав. Так, и по составу, посмотрите, здесь видно вам 72% шерсти, 27% полиэстер. Ну так, знаете, ткань она такая, ну да, такая тонкая шерсть. Показываю вам вот такой вот укороченный жакет, тоже идет без подкладки. Вот здесь такой красивый серый цвет, не темный. Вот так вот джинсами, в общем-то, смотрится неплохо.
Жакетик, сейчас с вами тоже посмотрим состав. Он по цене, сейчас глянем с вами, по цене он стоит 180 евро. Я кроны перевожу сразу на евро. Здесь, кстати, идут эти небольшие разрезики, простые пуговички. Так вот это смотрится. Ну, кстати, этот жакетик можно носить просто как жакет, не как верхнюю одежду, а с чем хочешь. Да, вот джинсами я вот так вот вам показываю, как смотрится. Опять же, здесь вот такие карманчики. Тоненькая шерсть явно есть в составе. Сейчас мы с вами посмотрим. Любите такие жакеты, как вам? Вот так вот это смотрится, девочки. Такой отладной небольшой воротничок здесь. Вот так миленько-миленько, да, так динамично. Посмотрим с вами жакетик по составу. Кстати, по составу здесь 82% шерсти и 14% полиамид. Неплохой состав и этикетка. Примеряю в размере L, вот цена и артикл. Цена в кронах. Посмотрите, еще одна куртка вот такого плана, да, на подкладке с велюром. Такая, знаете, в мужском стиле. Сейчас вот это вот очень-очень актуально. Массимо прямо идет у нас в ногу со временем, да. Куртка стоит 220 евро. Также вот показываю вам, если вам видно здесь бач-код, код. Вот такие вот отвороты, вот так вот курточка смотрится. В магазине очень громко сегодня, но я стараюсь тоже кричать. Девочки, мне очень понравилась вот такая кожаная куртка. Посмотрите, она немного как состаренная, такая под старину. Цена, ну, это как бы пиджак, да? Цена получается 380 евро на подкладке. Посмотрите, как красиво смотрится вот с такой юбкой, да? Юбка, она немного такая, как гипюровая, хотя я не очень люблю гипюр, особенно черный. Но здесь вот как-то логично получается вот такой вот ансамбль, да? Если собрать, что думаете? Мне кажется, красиво. Красивый аутфит такой, стильный. А как вам, если акцентом подобрать вот такую сумочку? Правда, она не совсем бордовая, она такой, знаете, старый красный цвет. Видите, какая модель интересная. Здесь замша. Так, и сумочка у нас стоит 100, ну, где-то 130 евро. Тоже код вам показывал. Вот такой вот вариант получается. Мне кажется, по цветам очень хорошо. Но если бы она была в бордовом цвете, было бы вообще супер. Смотрите, нашла тоже какую интересную сумку. Плетеную, да? Что-то такое, как Ботега тоже. Стоимость такой сумочки 350 евро. Девочки, вот так вот. Вот так она будет смотреться. Такая сумка. Как вам такая сумочка? Вот такое интересное, да? Интересная не сбитая форма у сумки. Так, поближе вам ее показываю. Такая типа корзинки, но все-таки такой зимний какой-то вариант. Мне очень понравилось вот такое пальто. Пальто немного кокон, да? Оно достаточно длинное. Здесь уже более добротно. Оно идет на подкладке. И цена его 350 евро, размер M. Двубортное, но и посмотрите, его как раз-таки классно стилизовать вот с такими сапогами, да? И мне понравилось то, что оно на подкладке. Классно будет смотреться с брюками. Красивая, стильная вещь, красивый цвет, такой темно-синий. Вот примеряю вот это пальто прямо в зале, девочки. Посмотрите, сколько людей, да? Сегодня очень много народу, поэтому я уже не иду в примерочную. Это на мне размер M, достаточно, очень оно такое свободное. Я здесь стилизуюсь таким шарфиком кашемировым, но мне кажется, бордовый цвет был бы красиво. Я подобрала контраст светлый, видите, оно такое немножко расширенный рукав. Опять же, пальто идет двубортное, вот даже с джинсами, да, с моим сегодняшним аутфитом, с моими брюками. Мне кажется, смотрится стильно. Какая-то оверсайз сумка-шоппер. И красиво, можно побежать, куда хотите, да? Пишите, как вам такой стиль, мне нравится. Смотри, я сегодня не накрашенная, ну так, по-спортивному. Но я сегодня показываю, все-таки вам показываю не себя, а вещи. Модели красивые у Массимо, очень много осенней коллекции. Вот оно смотрится в открытом тоже виде.
очень много, но опять же, я по качеству, да, здесь примерно 70% шерсти везде, здесь тоже чувствуется, что 80% здесь шерсть. Вот так вот. Вот показываю вам, как у нас выглядит бутик Massimo Dutti. Очень много сегодня народу, очень много. Ну и я тут в зеркале тоже. А здесь, кстати, отдел 100% кашемир. Давайте я вам покажу. Вот такие жилетки. Под барашка, да, кашемир, стоит где-то 110 евро, вот такая жилеточка. Свитера, кашемировые свитера у нас. Так, какая у нас цена, вот свитера очень интересно, 220 евро. Да, Massimo, конечно, очень подорожала. Также вот такие кашемировые, ну, как пончо, укороченные пальтишки, посмотрите. И стоимость 220 евро. Вот такой вот кашемир, вот такие тоже кофточки, вот тут вот все кашемир. Вот такой тоже шопер нашла замшевый, коричневым цветом, стоит, кстати, 250 евро. Неплохо, неплохо, тем более я как-то себе сейчас ищу шопер, но, наверное, все-таки у Massimo я не буду покупать. Покажу вам, примерю, как он смотрится. Вот так вот, девочки, шопер смотрится, да? Ну, можно его на плечи, достаточно большой. Есть такие отделочки, по цене я вам сказала. И красивая шоколадка цвет, но мне нравится, когда все-таки вот эти ручки, они более толстые. Так, еще раз покажу вам цена и артикль. Внутри есть один кармашек, и это все. А, кстати, здесь еще посмотрите, какие модные сапоги под этот шопер, да? Он с такой вот железной отделочкой. Так, сапоги у нас стоят 250 евро. Ну, стильно, стильно. Такой комплект очень стильно. Ужас, что сейчас со мной случилось, вы не представляете. Выхожу из Massimo Dutti, прохожу этот контроль, и я пищу на весь магазин. Оказывается, вот эти перчатки, то, что я примеряла, я их случайно кинула в сумку. Вы можете себе представить, как мне было стыдно? Вот эти вот кашемировые серые перчатки, которые шли как бы в комплекте с пальто. В общем, мне было так стыдно, пришлось вернуться и их выложить. Но я-то не специально. Все на меня так смотрели, знаете. Такой, знаете, вроде такая приличная девушка, а вор. Всем доброе утро. Девочки, я тут решила, это уже второй у нас день, и я еду еще раз в Massimo Dutti. Я хочу для вас снять не только верхнюю одежду, ну и постараюсь сегодня найти какие-то интересные костюмы. Посмотрела на сайте, у них очень много интересных костюмов, и хочу примерить. Так что обязательно оставайтесь со мной. Сейчас поедем в другой Massimo Dutti. Более такой в моле находится. Потом выпью кофейку после шопинга. Давайте найдем какие-то классные, теплые костюмы. Юбки посмотрим. Ну, в общем, все самое лучшее мы с вами посмотрим сегодня. Девочки, я уже в бутике. Я вам хочу показать. Я вот нашла вот такие две сумочки. Мне кажется, что они будут идеальны на каждый день. Сейчас я примерю аутфиты с ними и вам скажу тоже цену. Кожаные сумочки. Кстати, мой аутфит на мне сегодня тоже от Massimo Dutti Trench. Покажу вам. Это новая коллекция. Такой вот Trench. Вы можете найти. Это новая коллекция. Девочки, ну вот сейчас вам показываю свой аутфит. Я нашла такую юбочку. Она, кстати, немножечко асилует, расклешенная, но она очень хорошо сидит. Она так красиво обтягивает по бедрам. И у нее очень правильная тоже длина. Здесь кричит музыка, но стараюсь тоже кричать. И вот такой кардиган. Видите, такой кардиган укороченный. И стилизую вот с этой сумкой. Покажу вам еще так. В таком плане видео. Сейчас мы с вами посмотрим тоже по ценам. И мне кажется, что эта сумочка, она как раз таки очень хорошо смотрится. Здесь, кстати, юбка идет на такой резиночке, то есть она тянется. Это плюс. Ну, кардиган у меня все в размере M. И вот этот кардиган, он не должен быть оверсайз, он такой укороченный. Юбка. Так что вот посмотрите, мне кажется, такой хороший аутфит. Он может быть и рабочим, смотря с чем вы стилизуете, а также он может быть
и выходной. Пишите, что вы думаете. Сейчас мы с вами посмотрим тоже по ценам. Так, кардиган. Вы видите, вязка, какая у него плотная. Вот здесь артикль, и он стоит примерно 90 евро. Сейчас я посмотрю тоже состав. Да, и вы видите, здесь 100% шерсть. Поэтому такой очень теплый, хороший состав и такая очень-очень плотная у него вязка. Девочки, еще один показываю аутфит. И здесь на мне уже кожаная юбка. Здесь такая кожаная юбка с запахом. И стилизую я с укороченным, очень плотным жакетом. Ну, конечно, этот жакет больше уличный. Здесь тоже есть 100% шерсть, я прямо чувствую. Так вот смотрится этот аутфит. Юбка. Вот ценам. Сейчас я посмотрю жакет. Юбка стоит 350 евро. Это кожаная юбка. Жакет. Давайте сразу глянем жакет, так как у меня тут этикетка. И вы увидите лучше. Жакет. Видите, М размер стоит 160 евро. Потом мы с вами посмотрим с вами тоже состав. Вот так вот все смотрится. Видите, М размер. Укороченный, он достаточно свободный. Так что берите свои размеры, которые вы носите. Вот такой каждодневный стильный вариант. Здесь подойдут, кстати, и сапоги. Не только вот такие полусапожки, как у меня. Сапоги и без каблука. Такие, знаете, более грубые, на мой взгляд. Вот такой вот аутфит. Как вам такие вещи? Я думаю, что вещи стильные. Кстати, у Массимо Дутти очень много кожи. Посмотрим с вами состав. Так, здесь 87% шерсти и 12% полиамид. Ну, плотный. Видите, такая елочка. Ткань под елочку на подкладке. Ткань, видите, такая елочка. Жакет идет на подкладке. Все сделано хорошо, добротно. Если ищете такой жакетик, очень такой теплый, могу порекомендовать. Девочки, потрясающий красивый костюм, тройка, то есть здесь жилет идет, жакет двубортный и вот такие вот брюки. Красивый цвет, здесь четко есть шерсть. Так, я 1180 евро, но я думаю, что 180 евро это только жакет. Сейчас я посмотрю, если будет мой размер, мне нужно 40. Такой костюм. В общем, если вы ищете, смотрите. Не знаю, носите вы такие или нет, но это такая классика, знаете, на все времена. Итак, девочки, я примеряю полностью костюм, жакет. Очень приталенный, красивый, по фигуре сидит. Посмотрите, как он подчеркивает талию, шикарно сидит по бедрам. Я посмотрела здесь, ну вы уже видели, 100% шерсть. Я не очень люблю двубортные, но этот классный. Тоже посмотрите, какой красивый цвет, да? И брюки. Брюки красиво тоже смотрятся. И длина хорошая здесь, длину вообще ничего не нужно делать. Вот небольшой каблучок. Я примеряю в размере, все в размере 40. И жакеты, и брюки. Ну, как вам такой костюм? Мне кажется, супер. Вот если вы ищете вот такой костюм, мне просто некуда носить именно вот такие костюмы, строгие, да? Но если у вас какие-то деловые встречи постоянные, если у вас переговоры, то вот, я думаю, что такой костюм, здесь цвет правильный, такой кофе с молоком, такой костюм обязательно должен быть у вас в вашем гардеробе. Очень рекомендую. Вы поняли, что здесь все отдельно. Жакет, стоимость, жилетка и брюки. Все отдельно стоит. Я напишу вам стоимость полностью. Вот такая вот красота. Девочки, здесь очень громко. Я зашла выпить кофе после шопинга и с вами попрощаться. Я потеряла где-то штатив, вот такой небольшой, который портативный, который я постоянно беру. Поэтому вот держу камеру, как такой, знаете, начинающий блогер. Спасибо большое, что были со мной. Постаралась вам показать все то, что мне понравилось. В основном все из новой коллекции Massimo Dutti. Если вам тоже понравилось, пишите, пожалуйста, свои отзывы, комментарии, ставьте лайки, конечно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, мне будет очень-очень приятно. Я сейчас выпью свой кофе,
да и побегу домой. Ну что, всех вас люблю и до новых встреч. Я надеюсь, что вы все слышали. Музыка просто орет. Всем пока!